Всем привет! Вы на канале Анна Б. И сегодня 2 апреля 2019 год. Харьков, Харьковская область. И на сегодняшний день мы покажем наш сад с гортензиями, да? Вообще наш сад. Сегодня очень сильно дует, холодно. Хотя и светит солнышко, у нас здесь, как видите, если плохо слышно, это у нас сильный ветер, он северо-западный. Вот, Аня, расскажи, что это ты видишь перед собой? Это дуболистные гортензии, да? Но они стоят, вот стволы потрескались, но они бурые и смотрим, там почки живые, да, зайка? Они еще не распускаются, потому что у нас ночью заморозки. Чувствуется как минус 2. Утром, если рано выйти, в 6 часов утра, даже, да, в 6 часов утра бабушка да. выходила, то у нас 2. Заморозки, да? У нас и не на всех укрытиях, а здесь у нас за домом, ну, можно сказать, немножко затошно. И получается, что вот так вот выглядит древовидное. Вот, если увидите, там есть почки. Они закалились, они ждут, пока хорошо потеплеет, не будет таких ветров, прогреется почва. Вот такие вот почечки. И дальше все наши древовидные, их, конечно, не видно. Тут очень много листвы, мульчи. Вот это вот Sweet Summer. То, что желтенькое вокруг, это коллоидная сера. О, слышите, как дует? Так, мы еще клематисы не обрезали, да, Анечка? Так, древовидные пионы уже начинают отходить, почечки распускаются. Но мы смотрели по прогнозам, еще очень холодно. Наши рододендроны стоят. Вот один рододендрон еще в прошлом году. Видите, он хуже всех выглядит. Вот рододендроны, новозембла, и колсап. Часть колсапа мы обрезали. Грандифлориум. Отлично выглядит. Не знаю, выживет ли этот кустик, но я постараюсь его в этом году вытянуть. Ну а так, конечно, он плохо выглядит. Скорее всего, будет для него ситуация не самая радужная. Так, это у нас сегодняшний день. Так выглядят рододендроны листопадные. Вот еще дальше покажу. Это в прошлом году маленький посадили. Хорошо выглядит, да, Аня? И вот здесь, вот, как мне кажется, вот, если хорошенько сейчас наведу, посмотреть, как мне кажется, вот это вот цветущие почки. Посмотрим, как получится. Отсюда мы потихонечку убираем наши кустарники. Здесь был жасмин. Ну и будем здесь высаживать одни рододендроны, кальмии. Вот еще листопадные. Так, себя не буду снимать. Так, кальмии вот так выглядят на сегодняшний день. Вроде бы как и солнышко. Порывистый ветер. То утихнет, то подует. Крупнолистные гортензии стоят укрытые в один слой, чтобы компенсировать заморозки. И метельчатые пока не открываю. Ну, в общем, жду, пока все устаканится. Вот на сегодняшний день так выглядит пиерис. Что интересно, вот если обратите внимание. Так, сейчас я наведу. Постараюсь навести камеру. Хотелось бы... Так, ну что ж оно не наводится. Вот там вот видно, открываются цветочки. Начинают открываться. Вот. О,
вот бутончики, и они раскрываются, они красненькие бутончики. А что с пиересом? Пиерис за все лето выпускает такие, как пряди, да, колоски, и они всю зиму стоят и только весной зацветают. То есть, как рододендрон, да, бутоны закладывает, а пиерис все лето закладывает где-то с июля месяца, да, или даже с июня закладывает вот эти колоски с бутонами, а цветут они следующей весной. И вот, когда мы получили этот кустик, мы этого не знали. Я сколько читала про него, такой информации я не видела. Поэтому мы в прошлом году тут были соцветия, мы их обрезали. Мы думали, что это отцвели, отцвевшие, да, соцветия. И просто вот эти вот колоски вот так вот висят. А получилось, что это заложенные соцветия на следующий год. В общем, учимся на своих ошибках. Для нас это новый кустарник. Тут мы уже потихонечку начинаем обрезать клематисы новенькие. Вот так вот мы, Анечка сидит, продлили. Еще у нас будет длинная такая ширма, да, зайка? Мы продлили ее. Все укрыто, крупнолистные гортензии еще укрыты. Дует очень заморозок и не опускается, потому что на крупнолистных гортензиях почки уже набухли. Если заморозок, они подмерзают. Так, еще розы не укрыла. Буквально 8 числа начну апреля открывать. Почему вот такие вот горки, видите, горки? Почему начну открывать тогда? Потому что там уже хотя бы будет чувствоваться плюс один. И вот метельчатые. Все мне говорят, что они выдерживают. Да, выдерживают. Я так понимаю, выдерживают у тех, у кого, знаете что, у кого сад уже заросший кустарниками, высокими деревьями. У меня такого нет. У меня склон к северу, у меня настолько холодно, и поэтому вот видите, так ветер дул, что пораскрывал. Сейчас буду решать этот вопрос. Конечно, хорошего в этом и ничего не вижу. В общем, вот такие вот дела. Сейчас подойду к своим сиренькам. Вот они все в почках. Не знаю, тут не вижу пока цветочных почек. Вот такие дейцы, вейгелы. Там у нас Александра одна вейгела. Сиреньки. Конечно, некоторые не очень выглядят. Было такое, что мадам Лемуам, мы когда пересаживали личинки майского жука, обгрызли кору у основания, вот так вот по кругу. Мы были в шоке, мы еле спасли нашу сирень. Вот, и мы тут обрезочкой занялись, омоложением. В общем, новая грядочка. Очень ветрено, хотя и солнечно, но очень ветрено. И все в таком, знаете, в таком состоянии. Остановилось все в развитии, да, и в почечках, и таком вот-вот-вот-вот тепло будет, и начнется рост. Ждем, пока устаканится температура. У нас очень ветрено. Слава богу, есть западный забор, но он спасает всего лишь длиною 5 метров. Это через каждые 5 метров надо ставить боря, то есть ширму. Ширму, либо кустарниками засаживать. Вот так вот. Да, Анечка? То есть у нас, в принципе, вот так вот погода на сегодняшний день. Прощайся, солнышко. Всем пока. Встретимся в новых видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока-пока. Встретимся в новом видео.